А сейчас пиздец, как на улице завалило, надо, в общем, теплицу разгребать. Ну все, в принципе, скинул снег с крыши, по бокам тоже убрал. Так, относительно, ну, убрал, получается. В общем, что с этой теплицей? Вот почему надо скидывать? Эту теплицу мы производили. Я раньше теплицей производством занимался, это 2000-е. 10-е года, 13-е, вот эти вот. Это вот этих годов теплица. Из профиля 20 на 20, стенка 1 и 1, оцинковка. Собранная она вся на уголках, вот таким образом. Так, все это на уголочках. То есть, внизу. Видите, да? Этот профиль получается 20 P-образный, он от пластиковых окон. И туда фурнитуру продают. Вообще, как бы, этот. Все для пластиковых окон, в общем. А я там, короче, эти штуки брал, ими удобней. Вот они вот так вот прикручиваются каждая. Здесь усиленная через 66 получается на 2 метра 4 арки. Вот, а тут, видимо, еще надо через 0,5 делать, добавить, получается, еще надо, получается, здесь на всю длину еще 2 арки. Здесь, получается, у нас сейчас в данный момент через 66, это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 штук. 10 арок получается. А так будет, получается, 12 арок, если через 0,5. Ну, и тепли, и как бы арки держат, а вот чтобы вообще как бы не приезжать и снег не убирать, мало ли, может быть, еще столько же может упасть же. И потом тепло станет, мокрый снег, он тяжелый. В общем, я это буду теплицу продавать, а следующую я буду делать типа домиком. Ну, заостренная крыша. Либо такую же, только уже через 0,5, но получается надо будет здесь вот посередине все равно подпорку ставить на всякий случай, но если не приезжать, то есть здесь у меня недалеко, где дача жилая есть, вот, и поэтому мне сюда как бы приходить приходится. Ну а так теплица, в принципе, она сколько служила, не знаю, больше 10 лет стоит, вот она не ржавеет, как новенькая, такой не металл. Просто грязный, может быть. Тут посередине у меня стоял этот, чтобы не поливать, не ходить. Тут по всей теплице постоянно вода тут это разбрызгивала повсюду. То есть все это снутри мылось теплицей водой. Вот. Что тут? Ну, такие грядки, в общем. Вот. У меня 46 размер. В принципе, вот под так и делал, чтобы мог разворачиваться. Такую ширину. Ну, лучше так не делать. Надо, наверное, делать посередине тропинку, и достаточно. Слишком много вот этих тропинок, тут такие заросли, тут просто не пройдешь. Либо как-то тут растет просто помидоры, они прям до потолка, а потом поворачивают, если вовремя все это убирать не будешь. Вот. Ну и все что. А, вот самое главное, тут поликарбонат. У меня тут самый дешевый поликарбонат, но он держится. В смысле, он как бы по сырью, он как бы качественный, в смысле там сырье хорошее, вот, его потому что за сколько, за 7 лет, там за 10 не съело, ничего, в общем, ультрафиолет не поел, он, конечно, пожелтел, он уже такой не кристально белый, ой, прозрачный, а уже такой желтый он, и грязный, в общем, и он просто тонкий, вот, если больше, чем четверку ложить или настоящую четверку, то через 0,5 арочку, арки делать, и будет вообще. То есть можно не приезжать в теплицу. Вот, но здесь вот сразу говорю, это старая оцинковка, она 1,1. В принципе, ее, когда мы покупали, нам ее отдавали, как вот мы приехали, и мы как бы трубогиб только сделали, хотели
И вообще у нас мечта была, это в те времена, 2010-й, сделать производство теплицами заняться. Вот, нам нужен был трубогиб, а трубогиб стоил очень больших денег, и он похож был на крокодил. В общем, это страшная какая-то ерунда из арматуры уголков. Непонятно, что там. По одному профилю гнет. А если это я видео выложу в YouTube, то там у меня есть трубогибы, которые вот раньше производили. Я так чуть-чуть заснял их. А так у нас это, вот они сразу гнули по 12 профилей за раз. Все как бы выходили одинаковые. Вот, в общем, теплицу решили тогда делать, и здесь в саду же сделал трубогиб. В итоге трубогиб продали на следующий же день, потому что поняли, что не только теплицы надо делать, но и трубогибы. В итоге теплицы ушли в прошлое, потому что мы не стали с этим возиться. Это слишком хлопотно, доставки. Ну, это надо очень большие вложения. Тут станок сделал за 3 дня, продал, и у тебя 50 тысяч в кармане. То есть, чем мы с этими теплицами... Ну, с ними тоже можно было, как бы мы работали, год работали мы. Тоже можно было поработать все, но нам что-то это... Нам трубогибов, и мы монолитные лестницы делали. Вот трубогиб монолитный, это вполне хватало в то время. В то время все это... Такой голод был, конечно, всего этого. Никто не делал ни лестницы, ни теплицы. Теплицы, кстати, мы оцинковку, вот по поводу нее я ушел из темы. По поводу оцинковки, мы как бы все делали из крашеной, ну, металл крашеный, порошковый, но она внутри гниет, и через 3 года мы приезжали, меняли вот на свою, то есть порошковая покраска, она же как бы конденсат у нее внутри профиля, то есть, ну, в общем, еще они из однерок делали. В итоге мы приехали за черной трубой, и нам говорят, короче, этот менеджер говорит, у нас есть, говорит, вот такой профиль. Мы смотрим, 2 пачки стоят оцинковки вот такой, там по 400 штук вроде было в пачках. И нам говорят, ребят, забирайте, вот прям вот с завода пришло, мы даже вот ниже своей цены, говорит, отдадим, потому что лежит уже кто-то 2 года, говорит, никому не надо, клиент заказывал и отказался. Мы вроде по 13 рублей брали вот такой профиль, или по 11,50 за метр. Сейчас вот прошло где-то 13 лет, этот профиль где-то, ну сколько он, рублей 50 где-то, да, наверное, и за метр сейчас стоит. Вот мне 2 пачки сделали, вот одна из этих, эти профиля, вот они здесь находятся, тех времен. У меня еще одна такая теплица есть, то есть тоже я ее буду продавать. Она просто разобрана в состоянии. Вот и эту почему все буду продавать, потом я когда-нибудь найду, мне просто надо освободить здесь территорию в этом месте. И я начинаю этот дом, фундамент. Здесь будет у меня фундамент все это убираться, потому что я живу там, на той улице, и мне через все сады надо, ну то есть не через все сады, а через весь свой сад, потому что я в глуши живу, самая последняя конечная улица, то есть через все это проехать надо, и дороги вот такие там вот такие дороги надо чистить. А здесь асфальт, вот за этим забором идет уже асфальт, и гораздо широкая улица, можно чистить. Я как бы выезд хочу сюда сделать, и все. А то ту сад я буду продавать или сдавать, наверное, продавать. Потому что за всем смотреть это столько энергии надо, столько времени.